апреля 1961 года произошло событие, положившее начало новой эры. Человек поднялся в космос. Орбитальный облет планеты продлился 108 минут, и этого времени оказалось достаточным, чтобы еще острее почувствовать, что Земля, наш дом, отчаянно нуждается в заботе и любви. Существующая транспортная система, сковывая планету бетонными кольцами дорог, убивает не только Землю, но и человека. Само их размещение на поверхности Земли, то есть на первом уровне биосферы, несет опасность для всего живого. Выход есть. Надо поднять путевую структуру над поверхностью Земли, что исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить минимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Благодаря удивительным разработкам известного ученого и изобретателя Юницкого Анатолия Эдуардовича был создан проект SkyWay — общепланетная транспортная система, основанная на струнной технологии. Находясь на стадии внедрения, этот проект опережает все существующие подобные разработки на 10-15 лет по следующим показателям — безопасность, скорость передвижения, стоимость строительства и эксплуатации, доступность, а главное — экологичность. Компания RSV Systems поставила перед собой цель — построить тестовый участок и получить сертификацию на технологию до конца 2017 года путем народного финансирования — краудинвестинга. Краудинвестинг, являющийся частью более общего понятия краудфандинг, имеет главное отличие — получение акций компании-инвестором и возможность участия в распределении прибыли, полученной от реализации проекта. Посредством краудинвестинга уже реализовано более сотен тысяч проектов.